Да? А, Дима, мы готовы, аккуратненько, пошел, пошел. Принял, того. А сейчас трос, трос натянется, пару шагов вперед сделаем, не сядешь в подвеску. Давай, поехали. Чуть потише сделай, потише. Да еще поменьше можно. Ну как, Володя, нормально? Ты руки чуть пониже сделай. Ну так. Тягу будем отцеплять. А значит, ты не хотел кружиться, да? Ну, полетели прям. Так ты страшно, когда ты отцепляешься? Страшно, кивок, да, такой? Надо компенсировать. Да. А залив-то видишь? Да. Впереди смотри. Да. И смотри, докуда он идет. Видишь? Я даже там как в школе дела, нормально? Да? Нормально. Учиться хочется или нет? Не хочется. Я вот проверял. Мы здесь где-то с папой с пистолетом. С папой? Да, вон внизу пошел наш глухол. Да, видишь? Да, видишь.
хорошо, я тогда приземлюсь на ноги, а ты ножки вверх. Да. Ну, батька сейчас нам поможет приземлиться. Не переживай. Держите. Опа, это вот сидим, сидим. Отлично. У меня глаза приятные. Лодкой долго полетали. Ну, были бы все такие пассажиры. А, Ваня? Чего? Высоко вас затянули, да, сейчас? Да, мы на пол затяжки еще попросили отцепа. Вот. Потому что там... Самое страшное, давай садятся. Ты как-то падаешь. Давай, слышь, давай, вставай. Пилот. Пойдем. Все,